Добрый день, товарищи. Вот у меня вылетает 9-6. Значит, вот здесь вот я разобрал пауки. Вот здесь вот разбито вот это место. Вот оно. Очень сильно разбито. Шарик туда-сюда мотается. Значит, пробуем такой план. Вот я взял штуцер на 16. Просверлил его на 10. Хочу здесь просверлить на 14. Нарезать резьбу. Туда его загужонить. И поставить сюда шарик. Ну, не знаю, как оно получится. Посмотрю, не получится, значит, куплю новую. Продолжу так. Значит, работаем.